Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать на своем новом ролике. Сегодня мы возрождаем мини-игры. Мы соберем людей из клана и сыграем с ними на кредиты. Правила будут таковы. Они оденут максимально самое стандартное снаряжение. Им разрешается использовать метательный топор. Ликвидировать им можно только меня. Каждый игрок должен для начала просто зарезать меня им в ближнем бою. И потом на всю игру он может его кидать. Таковы условия. Чтобы был маленький азарт, я не сказал, какие призовые места будут и за что они получат кредиты. Они просто должны играть и уже повезет, кому повезет. А по 1000 кредитов получат следующие номинации. Первый, кто меня ликвидирует. Последний, кто меня ликвидирует. Человек, который больше всего меня ликвидирует. Тот, кто займет первое место после меня. Ну и утешительный приз 1000 кредитов заберет тот самый человек, который больше всего умрет. Важно то, что один и тот же человек не может забрать сразу два места. Так будет честнее и больше людей получат свои кредиты. Давненько мы, ребята, таким не занимались. Это очень фановый контент, и надеюсь, он кому-то поднимет из вас настроение. Поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, примите участие в моем конкурсе, где я среди 4 человек разыграю по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелек. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги всегда будут в группе ВКонтакте, и на Ютубе вам придет уведомление, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра! Погнали! Друзья, в описании оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимально удовольствие от игры. Желаю удачи. Ой-ой-ой, где я нахожусь? Что-то какие-то дистанции тут. Опа! Иди сюда. Он с глушителем? Да, если еще. Чтобы вы на этой карте вообще, пацаны, полностью потерялись. Инфу, блин, я слышу какие-то шаги. Дайте. И никакую инфу. Да, где-то там. Я где-то двойки. Окружаю его. А, вон. Он возле зела. Он приземлился. Ты че? Ты че меня мансуешь? Ну все, давайте. Вот сейчас идите. Я готов. На патроны. Ты готов? Нет, да ладно, так легко, блин. Еще жаловались, говорит, трудно зарезать. Бис зарезал сразу. Я открылся. Ну я просто 90, да? Если что, да. Я просто не хочу, знаете, жестко вас напрягать. Я случайно делал. Ребят, на патроны его разводим. Хотят меня нагнать. Так, я вот тут встал. А, сближаемся, сближаемся. Давайте, не ссыте, чего вы встали, давайте. 40 патронов, он в кишке где-то должен быть. Сейчас я вам покажу, как надо, вот так вот надо. Ну, кидать пока нельзя, ну ладно. А у нас там кто-то может, да, кидать уже? Бис, давай, делаешь. Смотрите, где он. А он сосиски где-то. А понимаешь, я еще я же... Конечно. Давай, иди давай, сюда, через... хорошо! Отлично, замечательно, да, просто хорошо. Стоят по конечности, мы торс, короче. А да, с двух-трех патронов вас убивает, вообще да, классно. Да, опа, да блин. Упал. Я даже не хочу по голам стрелять, в этом смысла, блин, нету. А я его не заметил. За что, мамочка? Я вообще не понимаю, как вы понимаете, где я нахожусь? Это так легко, да? Я не хочу просто сильно их жестко напрягать. Прям жестко там потеть, крысить. Он там внизу стоит. Да. Надо им немного показать, что это хоть немного сложно. С двух сторон жать надо. Да давайте, не ссыте, идите сюда. Ай! Я забываю то, что вы их кидать, блин, можете, но это жестко. Но еще попасть, блин, им надо этим топором. Ладно, я тебе ремонтить буду. Не надо, пожалуйста. Ой, кто тут бед? Я почему-то так и знал, что это ты тут сидишь. Ой! Не так и легко, вообще, да, получается его кинуть. Чё-то даже комбо убийства ни одного не сделал. Ну да. Не-не-не. Ты кто зарезал? То без убийства. Ура! Да блин, да ладно, просто режут. Ну чё вы говорили, что сложно? Всё, в следующий раз правила еще сложнее будут. Ой, не попал, да? Ой, не получилось. Ай, бля! Ну, бывает. Ты тоже не попал, да? Бывает. Ну ты издеваешься. Давайте, не стесняйтесь, ребята. Вы же даже не знаете, за что призы дают. Почему вы так уверены, то, что именно за то, что вы меня больше всего убьете? А ты что, живой-то? Подожди. Ребят, мне кажется, надо пойти взрываться на своей мини. Как вам предложение? Блин, как жалко то, что сата тут считается. Эй, блин. Следующая мини-игра на РМе будет, короче, все. Я понял. На РМе? Да, на РМ. Как она будет выглядеть? А там это, кто проигрывает, тот и побеждает. А, пойдет. Против меня. Я просто пробегал.
Вот он, ну, мозголом, мозголом. Блин, у меня патронов даже нет, чё вы боитесь так ко мне идти? Ой, сложно, да, Пол? Прям перед глазом, блин, пролетел. Ну, куда где он? Да как они мансят, блин, в этой броне сраной? Он где-то, вот это патроны, 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 патроны. Блин, какой пистолет классный еще по стандартной броне. Ага, а еще на него моды. Да че кончил? Давайте, все по-честному. Ой, не получилось. Эй, куда мимо улетел? Тему это плохо. Меня, мы еще поговорим с тобой. Извини меня, пожалуйста, не надо. Все, теперь ты ему должен 1000 кредитов, такие правила. Не, такого не было. Ты это только что выдумал. Не, я помню это. Хренеть, с двух выстрелов. Ребят, а своих... Да ты камон, блин! Серега, который от Петра стреляет. Блин, ну где вы все? Чего вы боитесь меня, не понимаю? В смысле, вот боимся? Я. Ты скажи, где ты? Ты постреляй в воздух. Да я бы вам дал бы инфу, понимаешь? И, ну как бы тут сложновато дать. Ну на какой-то... Я увижу, у нас сосиски, у нас сосиски. Опа, да блин, камон, что так легко реально меня топором попасть, я не понимаю. Ведь у меня кто-то меня топором. Ты просто на месте стоишь, надо двигаться, мансовать туда-сюда. Как я тебя мансовал, так же надо. Он опять там стоит. А там же стоит? Не-не-не, какой не там же? И в обманули его здесь нету. Обманщики. Ой, развел на топоры. Ну как-то слабо, просто мясом пытаетесь давить. Ну хоть. Ну, да конечно. Кому даже убегать? Убежать, блин, не могу. А что, до хрена-то уже у топоры эти сраные есть? Да, да, да. Ну вообще у всех топоры, по идее. Надо просто надаль встать, они у вас докидываться не будут. Где? Он распустил фишку, он распустил фишку. Зачем вы ему сказали? Он сидит там, где мы его зажимали. Ты примерно везде, да? Походка есть. А как теперь топор сбегать забрать? А может пострелять? А, именно бетон, всё. Топора имею. Блин, тут все в топорах. Да забирайте, ребят, да идём! Да вы издеваетесь. Ой, где ты, Серега? Да, не получилось, не получилось. Смотри, он кого-то убивает, а где убивает? Я понял, понял. Суба с почином. У нас тип 5 фрагов делает, это что за воин? Да блин, ну я же убил, ну что такое, блин? Лучше патроны так, блин, долетали. Где он замыкался, ребят? Может, тоже мячики? На катушке. Да, нет, топоры просто перед лицом пролетают. Да ну как? Ну блин, вы на РМ так лучше попадайте, блин, с топора не попадают. Не, на РМ с топорами. Так мы на РМ не играем с топорами. А блин, с оружия вот так вот попадаете, блин. Изи. Ну, с оружия не ваншот это. Если ты бы играл в образ, нас попадали бы. Факт, это факт. Суровая реальность. Блин, крутая карта, смотри, сколько я киллов на ней делаю. Хорош, надо 200. Вообще лучше. Можно топор? Нет. Жесткий мясорубер, Серега. А я просто вообще невероятен! Турнир по мясорубке мне срочно! Ноль мозголома. Дайте топоры собрать. Ребят, ребят, честно, Серега сделал мозголома на этой карте. Он? Нет. Да блин, вы умираете из двух выстрелов. Я даже не вижу смысла, блин. Надо тапать, надо тапать. А че, реально еще кто-то есть, кто меня просто топора не зарезал? Я. Соболезную. Люцимия, Люцимия, ну ё-моё! Я не добегаю до тебя, ты мне убиваешь. Я думал, хоть тут, блин, будешь немного нагибать. А, смотри. Не попал, бывает. Дай топор забрать. Не-не-не, все, тут кладбище топоров, да ладно! Ты реально меня 4 раза уже убил? А, кстати, да, это похоже на центр. На центр похоже? Он опять туда, в нычку бежит. Ну, похоже на центр, да, сейчас. Похоже на нычку, похоже на центр. Не, за машиной. Да ну камон, ну тоже 4 раза. Он еще вперед прячется, типа, за дорогой, чтобы, типа... Я еще мансю, спасибо, мне кто-то посоветовал просто мансить, я начал мансить. А, ну да-да-да. Тебе капец. Да, давай. Ну 5 раз, ну серьезно! У меня вопрос, как у меня шампунь умирает больше, чем я, если я даже не подбежал ни разу к Сереге? Он точно что-то знает, что-то знает. Мне кажется, его свои тиммейты убили больше, не? Не, мне только Серега убивал. А на карту. А, не, он дальше. Ну, так и знал. Он сверху карты стоит. Сверху карты? Да, нажмите. Да почему я заспаунился? Слева там же стоит за углом. О боже. Ага. Ну да, меня даже просто зарезали, подбежали, я понял. Пацаны, 10 тысяч кредитов прямо сейчас тому, кто прям у меня первый мест заберет. Ну, правила нельзя нарушать. Я не попал. А реально ни одного мозголома так и не сделал? Ты чё, блин, он вас ваншотит. 29 тысяч ков на мясе. Ну это я по дефолту столько и собираю. Да не, ну успокойся. Ой, я опять на катушках этих.
Один, два, а как он долетел, блин? Он что, на такую дали же летит? Ну 6 раз. Серега, сделай 1.20 мне, пожалуйста. Вообще будет классно, вообще супер. Прям вообще. Фолт начет на Эреме, да? Да, 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 вообще. Не-не-не, сейчас Цуба разошелся, блин, начал закидывать мне топорами. Ну тут опасно. Хорош, хорош, Саба. Я вижу его, вижу его, вижу его. На катушках, на катушках. Снова. А мы все не успели. Ай-яй-яй-яй, ребята, немножко до 30 тысяч очков не хватило. Забаньте его кто-нибудь, а? Забаньте, пожалуйста. Сыграли мы с этими маничелами в эту мини-игру. И вот те, кто забрал призовые места по кредитам. Первый меня убил Бист, последний убил Субординация. Больше всего меня ликвидировал Айтерс. Первое место также забрал Айтерс. Но так как он уже больше всех убил и получает свои кредиты, с первого места у нас дальше идет Эвел. Ну а сдохли больше всего у нас сразу два претендента, это Люци. Люцимия и Крис Мак. Люцимия отдала это место именно ему, но также я ей накину кредиты за то, что она вообще всех собрала. Вот такая вот, ребятки, мини-игра получилась. Надеюсь, вам понравилось, подняла вам настроение. Если вы хотите видеть больше таких мини-игр с другими правилами, с другими призами, обязательно покажите это своей активностью. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Пишите ваше личное мнение в комментарии. Все нужные ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Пока.